Добро пожаловать на национальный отбор Сильвадорады. Сегодня на сцене с вами я, Хосе Мария Крус. Уже очень скоро здесь появятся артисты, которые мечтают попасть на сенсовидение. Но прежде давайте поприветствуем ту, чья мечта об этом конкурсе уже сбылась. Встречайте, наши гости, участница сенсовидения 2022 от Forgotten Hollow, прекрасная Афина Адамс. Благодарим Афину за выступление. В нашем национальном отборе принимают участие 4 артиста, выступления которых вы увидите сегодня. Сразу после завершения шоу откроется онлайн-голосование. Итоговый результат будет сложен из голосов зрителей и жюри в соотношении 50 на 50. Поддержать своих фаворитов можно будет до 3 марта включительно. И уже на следующий день, 4 марта, мы объявим имя победителя. Этот артист получит возможность представлять Сильвадораду на сенсовидении 2023. А сейчас давайте познакомимся с теми, от кого наполовину зависит судьба участников отбора. Наше жюри. Ульян Добровольский, представитель Винденбурга на сенсовидении 2021. Хейли Ризотто, представительница Сулани на сенсовидении 2022. И Кармен Элита, пусть ей 2 года подряд и не удалось выступить на сенсовидении. Но она была очень близка к тому, чтобы представить на конкурсе Сильвадораду. У нее нет места в итоговой таблице конкурса, но есть место в сердцах множества поклонников сенсовидения. Представляю вам участников нашего национального отбора. Флоренция Эспосито, Дон Рауль, Мигель Браво и Луминария Розенберг. Сцена ваша. ¡Suscríbete!
soy la misma persona, no he cambiado en nada. Y el que me conoce sabe conmigo que tranza. Un papel que vale mucho para mí no es nada. Para mí los hechos valen más que mil palabras. Una amistad vale un millón cuando no es comprada. En mi círculo no cabe que viene por lana. Así como llegan se van pero de volada. Y no porque vean el río se me vayan en el viaje, pues yo sigo siendo el mismo que un día salió a buscarle. Sigo con los mismos sueños, trabaja para superarme. Y aunque me vean aliviane, sigo siendo el mismo de antes. Y aunque cuente con mi gente, solo he salido adelante. Respeto para el señor aquel que porta un M grande. Yo soy el de las 12 R, mi clave de mencionarles. Los corridos hablan solos, aquí no hay que alucinarse. Мы увидели 4 выступления от тех, кто претендует на участие в Симсовидении 2023 от Сильвадорады. Кто это будет решать вам? Онлайн-голосование открыто по ссылке в описании трансляции концерта. До встречи!